Друзья мои, всем привет! Также приветствую всех гостей своего канала. Сегодня мы начнем вязать свитер, фото которого было в начале данного видео. Свитер на фотографии я вязала для своего сына на рост 92 сантиметра. Конечно, из него мы уже давным-давно выросли, но сама модель, цветовое решение и пряжа, из которой я вязала этот свитер, мне очень нравится, поэтому я решила сделать повтор. Свяжу точно такой же свитер, но на другой размер. Я буду вязать на рост 110-116 сантиметров. Поделюсь с вами своими расчетами и, возможно, вот здесь, подставив свои мерки, свою плотность вязания, вы сможете связать свитер абсолютно на любой размер. В наличии этого свитера у меня также уже нет, чтобы вам продемонстрировать. Но на моем канале есть видео, где я однажды показывала этот свитерок. Постараюсь поискать и оставить вам ссылочку в описании под этим видео. Теперь давайте расскажу, что нам потребуется, какие инструменты, какую пряжу буду использовать. Пряжа одна из моих любимых, это Alize Cotton Baby Soft. Здесь в 100 граммах 270 метров и по составу 50 на 50 хлопок с акрилом. Очень мягкая пряжа, хорошо зарекомендовала себя в носке. Она не закаталась, появилась лишь легкая пушистость. Очень часто использую эту пряжу в своих работах. Те, кто следит за моим каналом, наверное, заметили. У меня два оттенка, один черный, другой желтый. Всего у меня этой пряжи 300 грамм. Два моточка вот полных и мои остатки. Думаю, что мне этого хватит. Вы можете использовать абсолютно любую пряжу. Итальянскую, немецкую. Можете использовать отечественного производителя, какая больше нравится. Спицы нам потребуются 3 миллиметра для наших манжетов, для резинки 1х1 и 3,5 для основного узора, для лицевой глади. У меня 3,5 укороченные на тросике 40 сантиметров. Также потребуются маркировочные колечки, наверное, штучек 10, так как это будет реглан снизу. Нам необходимо будет выделить каждую линию реглана, также отметить начало вязания. Потребуется иголочка с большим ушком и тупым носиком. Ножнички, обязательно счетчик рядов. Не знаю, где мой электронный, у меня вот такой вот простой. Также потребуется дополнительная бросовая нить контрастного цвета для набора петелек. Это в том случае, если вы вдруг захотите набирать петли таким же способом, как и я, трубчатым. Но, повторюсь, не обязательно, вы можете набрать петли классическим способом. Теперь давайте я сделаю вот такую конструкцию, чтобы вам было лучше видно, и пойдем по порядочку. Начнем мы с мерок. Обхват головы 54 сантиметра, обхват груди 55, внутренняя длина рукава. Давайте я буду показывать здесь на рисунке. Вот она, внутренняя длина рукава. Обхват руки в самом широком месте. Это вот здесь вот у нас. Запястье 12 сантиметров. Длина изделия до проймы, вот это расстояние, и длина изделия общая 42 сантиметра. Вообще изначально у меня получалось 40 сантиметров, но сделав расчеты, я немножечко подкорректировала и добавила 2 сантиметра. Думаю, что ничего страшного. Росток у меня будет 2-3 сантиметра. Для детских изделий этого будет достаточно. Некоторые вязальщицы деткам и вовсе не вяжут росток, пропускают этот момент, но я практически всегда вяжу росток. Реглан. Линия реглана у меня будет 17 сантиметров. Это значение я взяла из таблицы, которую нашла в интернете. Часто ею пользуюсь. Я вяжу на возраст где-то 5 лет. Если вы вяжете на 4 годика, тогда линия реглана у вас будет 16 сантиметров. Если вяжете, например, на 6, тогда линия реглана будет 18 сантиметров. Дальше нам необходимо связать два образца. Первый образец мы вяжем спицами 3,5 мм основным узором, то есть лицевой гладью. Проводим ВТО и рассчитываем нашу плотность. Рассчитываем количество петелек в 1 сантиметре. Нам необходимо рассчитать, сколько у нас петель в 1 сантиметре по горизонтали и вертикали. У меня в лицевой глади вот по горизонтали в 1 сантиметре 2,3 ряда. В высоту, то есть по вертикали, 3 ряда. Второй образец мы вяжем спицами 3 мм и вяжем резинку 1х1. У этого образца мы будем брать две плотности.
позже узнаете для чего. Первую плотность также вот связали образец, провели, вот его слегка растянули, положили и рассчитали количество петелек в 1 сантиметре. В спокойном состоянии в 1 сантиметре у меня 3,3 петли. В высоту, то есть по вертикали, в 1 сантиметре 3,6 рядов. Вторая плотность, которая нам потребуется, это плотность образца в максимально растянутом виде. То есть смотрите, нам его нужно практически максимально растянуть и посчитать количество петелек в 1 сантиметре. У меня в максимально растянутом виде в 1 сантиметре почти 2 петли, 1,95. Так и оставляю. Эти все значения, вот наши 3 плотности, мы будем использовать в расчетах. Дальше все это увидите, расскажу и покажу. Теперь мы переходим к расчету количества петель для набора. Здесь у нас к обхвату груди я прибавляю 10 сантиметров свободы облегания. То есть, ну, достаточно свободное будет. 55 плюс 10 получается 65. И перевожу в петли. Умножаю на плотность вязания, беру вот лицевую гладь 2,3. Получается 150 петель для набора. И плюс 1 петля для того, чтобы соединить вязание в круг. Давайте вот здесь на этом рисунке я буду отмечать здесь. Вот у нас это расстояние получается 65 сантиметров или 150 петель. Одну эту петлю не пишу, потому что мы замкнем и останется 150. Теперь нам нужно рассчитать количество рядов, которые нам необходимо провязать до проймы. Вот это расстояние, да? Манжет и резинка у меня будет по 4 сантиметра. Я сразу отмечу здесь. 4 сантиметрика от общей длины, вот этой она у меня 28 сантиметров, я отнимаю 4 сантиметра резинки, так как резинку мы будем вязать абсолютно другим узором и другим номером спиц, плотность то есть не совпадает, да? 28, где у нас здесь 28 минус 4 сантиметра резинка, получается 24 сантиметра после резинки нам нужно будет провязать. И вот эти 24 сантиметра умножаю на плотность лицевой глади. В 1 сантиметре у меня 3 ряда. Получается, что после резинки мне нужно будет провязать 72 ряда. То есть понятно, сначала мы провязываем резинку спицами 3 мм, провязали, переходим на 3,5 и начинаем отмечать ряды на счетчике. Вот. Теперь с рукавами будем разбираться. Запястье 12 сантиметров, к запястью я прибавлю еще 2 сантиметра. Я не хочу, чтобы манжет был слишком плотный, тем более мы любим часто поднимать манжет, поднимать, вернее, рукава кверху, и чтобы не давило, я беру 14 сантиметров. Также умножаю на плотность, но уже плотность резинки в спокойном состоянии. То есть 14 умножаю на 3, 33. И получаю неполное число 46,6. Округляю в большую сторону 48 петелек. И одна, конечно же, для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Рукава у нас также будут бесшовные. То есть получается 49 петель. Давайте здесь также на рисунке отмечу. Вот здесь у нас будет с вами 14 сантиметров или 48 петель. Мы потом на этот рисуночек будем посматривать. Теперь нам нужно также рассчитать, сколько же рядов нам провязывать длину рукава. Общая длина рукава у нас внутренняя получается 32 сантиметра. Вот они. Отнимаем точно так же, как и здесь. Отнимаем 4 сантиметра наш манжет и остается 28 сантиметров. То есть после резинки нам нужно будет провязать 28 сантиметров. Переводим эти сантиметры в ряды, умножаем на плотность лицевой глади. И получаем 84 ряда. То есть мы провязываем 4 сантиметра резинки, переходим на 3,5 на спицы и начинаем отсчет. То есть отмечаем на счетчике ряды и начинаем провязывать 84 ряда. Также здесь отмечаю 28 сантиметров и 84 ряда. Теперь нам нужно рассчитать
количество рядов наших на манжет. Здесь мы берем 4 сантиметра и умножаем на плотность резинки. Вот высоту у нас в одном сантиметре 3,6 рядов. 4 умножаем на 3,6 и получают 14 с хвостиком. То есть примерно 15 рядов нам нужно будет провязать резинки 1 на 1. Дальше рассчитываем ширину рукава. Вот это место. Берем обхват руки в самом широком месте. У меня 20 сантиметров и прибавляю свободу облегания 8 сантиметров. То есть получается 28 сантиметров. Умножаем на плотность лицевой глади 2,3 и получаю 64 петли. То есть вот здесь вот, когда мы провяжем рукав полностью, у нас должно получиться 64 петли. Дойдем когда до реглана. Естественно, здесь нам нужно будет прибавить петли, потому что мы наберем 48, а нам необходимо будет 64. Теперь рассчитаем прибавки. От того количества петель, которые нам необходимо, отнимаем те, которые у нас будут, 48. Получается 16 петель нам необходимо будет прибавить. В каждом ряду будет прибавляться 2 петли. Поэтому 16 делю на 2 и получаю 8 рядов. То есть 8 рядов с прибавками будет. 84 ряда. Наш рукав, 84 делю на 8 рядов с прибавками, получается частота прибавок 10 с хвостиком, то есть в каждом 10 ряду. И прибавки у меня будут равномерно располагаться. Вот ряды дальше идут, в которых я буду делать прибавки 1, 10, 20, 30, 70. И вот уже после 70, то есть 71, 84, будут ряды без прибавлений. Между прибавками у меня будет 4 петли. Но это в процессе я, конечно же, все покажу. И прибавлять петли я буду из петли предыдущего ряда. Дальше у меня идет реглан, но с этим мы уже будем разбираться в следующей части. В этой части мы будем вязать до проймы, свяжем рукава, а уже во второй части будем все это соединять, разберемся с подрезами, с линиями реглана, с какой частотой нам делать убавление, свяжем вместе росток и, в общем-то, закончим изделие. Также постараюсь добавить фрагмент видео, чтобы вы могли посмотреть, как изделие сидит на малыше. Теперь будем разбираться, какой же высоты будет у нас каждая полоса. Нам же необходимо, чтобы полоски были примерно одинаковой высоты. Если у вас свитер однотонный, то вы можете пропускать этот момент. Если полосатый, давайте вместе также рассчитаем. Я хочу, чтобы свитер заканчивался вот здесь темным цветом, и горловина также, чтобы была темная. Поэтому я вот здесь вот увеличила длину изделия. Изначально, говорила вам, было у меня здесь 40 сантиметров. Я решила, что у меня будет на свитере 7 полосок. Мне необходимо нечетное количество, да? Вот, у меня будет 3 полосы желтые и 4 черные. 42 сантиметра я разделила на 7 вот этих полосочек, и получила 6 сантиметров. То есть каждая вот эта полоса у меня должна быть 6 сантиметров. Я здесь давайте отмечу 6 сантиметров. Эти 6 сантиметров умножаем на плотность вязания, то есть на тройку, и получается, что каждая вот эта полоса будет 18 сантиметров. Ну, темные также, просто здесь не очень хорошо видно будет. Есть один маленький нюанс. У нас получается здесь в начале будет резинка 4 сантиметра, а полоса здесь общая высота ее 6 сантиметров. Ну, здесь ничего страшного. Мы просто от 6 отнимаем 4 сантиметра вот этой резинки, и остается у нас 2 сантиметра. То есть после резинки нам нужно будет провязать еще 2 сантиметра темной пряжи, а потом перейти на желтую. 2 я перевожу также в ряды, умножаю на плотность и получаю 6. То есть провяжем резинку, дальше 5 рядов лицевыми, и в шестом ряду мы будем переходить на другой цвет. И здесь точно так же 18 у нас получается, да, 17 рядов. Провязываем желтым, в 18 переходим на темный. Темным снова вяжем 17 рядов, в 18 переходим на другой цвет. Помечу также вот здесь, что у нас
2 сантиметра, а в рядах 6 рядов. 6, 18, 18, 18. И еще одна часть, вот здесь вот пятая. Важно, чтобы мы перешли на темный цвет или на любой другой до того момента, как начнется, ну, начнем формировать наш реглан, чтобы нам здесь не заморачиваться с переходами, чтобы было все попроще. Что мы делаем? Берем также общую длину, вернее, не общую, от общей длины отнимаем вот эти наши 4 сантиметра резинки. Длина, помним, 28 сантиметров. 28 минус 4 сантиметра резинка, остается 24 сантиметра. То есть вот это расстояние до резинки, от проймы до резинки, 24 сантиметра. 6 и 6 и 2 у нас есть, значит, рассчитываем, сколько же нам здесь останется провязать. От 24 мы отнимаем одну полосу, отнимаем вторую, отнимаем третью и отнимаем 2 сантиметра. Это наша четвертая полоска. И получается у нас здесь 12, 18, 20. То есть 24 минус 20 остается 4 сантиметра. Вот здесь вот нам нужно будет провязать 4 сантиметра. Также переводим в ряды. 4 умножаем на 3, получается 12 рядов. 12. Все понятно. Резинка у нас будет 4 сантиметра, 2 сантиметра темный, 6 свет, 6 светлый, 6 снова темный, 6 светлый и 4 темный. Остальные вот эти ряды необходимые, да, которые провязать нам темным цветом, мы уже провяжем, когда соединим всю эту конструкцию. Теперь переходим к рукавчикам. Рукав у нас немного длиннее, чем вот это расстояние до проймы, поэтому наши части, вот эти наши полоски, будут немножечко пошире. Но очень важно, чтобы последняя вот эта часть, провязанная темным цветом, совпала с вот этой полосой. То есть здесь нам нужно будет провязать одинаковое количество рядов до того момента, когда мы все соединять будем. Поэтому я сразу здесь пишу 4 сантиметра. То есть 4 и 4, да, все совпадает. 4. Здесь 4 сантиметра манжет. Общая длина рукава 32 сантиметра. 32 общая длина минус 4 сантиметра манжет, остается 28 сантиметров. 4 сантиметра у нас также уже есть. Мы это выяснили. И дальше не буду ходить вокруг да около, то есть каждая часть у нас будет по 7 сантиметров. Вот, одна вместе с резинкой, часть 7 сантиметров, вторая, третья и четвертая. Давайте проверим. Так, 7 и 4, 28 плюс 4, 32 получается, все верно. Вот эту часть теперь рассчитаем, сколько нам нужно рядов провязать после резинки. Вяжем манжет 4 сантиметра. И 3 сантиметра нам, получается, нужно будет провязать темным цветом до перехода. 4 плюс 3. Вот, да? Получается у нас 7 сантиметров. 3 сантиметра умножаем на плотность на 3 ряда. Получается 9 рядочков. Вот. 4 сантиметра вяжем резинки, дальше 9 рядов, вернее 8 рядов темным, и в 9 ряду переходим на желтый. И дальше у нас каждая полоса по 7 сантиметров. Также умножаем на плотность на 3, получается 21 ряд. 20 рядов вяжем, в 21 переходим на другой цвет. Снова 20 рядов вяжем, переходим в 21 на другой цвет. Думаю, что все понятно. На обратной стороне я расписала ряды, в которых нам необходимо будет делать переход на другой цвет, а также делать прибавки на рукавах, чтобы было попроще. 72 ряда – это наше тело, 84 рядочка – это рукава. С 1 по 5 включительно у нас черная полоска, в 6 мы делаем переход, с 7 по 23 включительно желтая, в 24 делаем переход и так далее. На рукавах немножечко посложнее. С 1 по 8 у нас черная полоса, в 9 переход.
с 10 по 30 включительно желтая полоса и 3 прибавки. 10, 20 и 30 ряд. Здесь у меня произошло небольшое смещение. Переход необходимо было делать в 30 ряду, но я добавила один рядок, а от следующей полосочки отняла один ряд, чтобы нам просто в одном ряду не делать и прибавки, и переход. В 30 ряду у нас будет прибавка, поэтому сделаем переход в 31. Тут понятно. С 32 по 50 черная полоса, также прибавка с 40 и 50. В 51 снова переход. 52-71 желтый и 2 прибавочки. В 72 мы делаем последний переход на темный цвет. И все, 73-84 включительно, у нас черная полоса без прибавлений. Можете сделать скриншот. Теперь откладываем наши записи в сторону и начнем вязать. На примере рукавчиков я быстренько покажу, как буду набирать петли. Очень часто использую этот способ набора петель, но, как выяснилось, не всем ясно. То нить не слишком контрастная, то освещение не очень хорошее. Вы можете набирать петли классическим способом. Нам необходимо набрать 49 петель, 48 основных и 1 для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Я буду использовать трубчатый способ набора петель. При таком способе набора петель нам необходимо набирать вдвое меньше петель. То есть я буду набирать 24 петли плюс 1, 25 петелек. Чулочные спицы 3 мм, набираю 25 петель классическим способом. Обрезаем нить, завяжем здесь узелок, чтобы не растерять петли. Сдвигаем петли вправо. Находим хвостик, основная нить, из середины моточка я беру. И начинаем провязывать первый ряд. Первый ряд провязываем полностью лицевыми петлями. Придерживаем хвостик и начинаем провязывать. Лицевые провязываем вот за ближнюю стеночку, включая первую и последнюю петлю. Последняя петля также лицевая за ближнюю стеночку. Провязали первый ряд, разворачиваемся. Второй ряд, все петли изнаночные. Первую также провязываем изнаночной. У меня изнаночные бабушкины. Последняя петля изнаночная. Подтягиваем хвостик, разворачиваемся. Третий ряд. Такой же, как и первый. Провязываем его лицевыми петлями. Теперь уже за дальнюю стенку, так как изнаночную я провязывала бабушкиным способом. Поэтому за дальнюю стенку, которая за спицей, провязываем лицевыми ряд. Последняя петля лицевая. Четвертый ряд, и в этом ряду мы удвоим наше количество петелек. Изнаночные петли у нас будут на спице, а лицевые мы будем поднимать из вот этой вот протяжки. Пряжа достаточно контрастная, и здесь должно быть хорошо видно. Вот наша протяжка. Вот. Идет полоса серенькая и полоса черная. Вот они, наши протяжки. Это будут наши лицевые петли. Так как рукав начинается с резинки 1 на 1, поэтому первую петлю на спице я провязываю изнаночной. Следующая петля лицевая. Беру еще одну чулочную спицу в помощь и находим первую протяжку. Она здесь в самом уголочке, не пропустите ее. Вот она. Захожу с нее вот так вот снизу вверх и набрасываю на левую спицу. Вот, набросила и провязываю за дальнюю стенку лицевой. Одна изнаночная, одна лицевая.
Теперь снова изнаночная, лицевая. Поднимаем протяжку. Вот она. Набрасываем на спицу и провязываем лицевой. Изнаночная. Лицевую поднимаем. Можете и правой спицей поднимать эту протяжку, если вам удобно. Мне просто так неудобно. Нашли лицевую, набросили и за дальнюю стеночку провязали. Лицевая, теперь изнаночная, она у нас на спице. Снова лицевая. Одна петля на спице. Поднимаем последнюю протяжку. Лицевая петля. И последняя петля у нас изнаночная. Все, край сформирован. Теперь давайте удалим вот эту дополнительную нить. Аккуратненько. Я вот здесь вот надрезаю и при помощи спицы также удаляю эту нить. Удаляем контрастную нить и распределяем наши 49 петелек равномерно на 4 спицы чулочные. Распределили петли на 4 спицы практически поровну, лишь на одной спице у меня 13 петелек, вот она первая. Та спица, откуда идет хвостик, это четвертая. Теперь смотрим, чтобы у нас нигде ничего не перекрутилось, все наши петли смотрят вовнутрь. И начнем провязывать первый ряд. Для начала соединим вязание в круг. Петлю с левой спицы переносим на правую, не провязывая, и протягиваем эту петельку сквозь первую вот на правой спице. Просто набрасываем эту петлю сверху. Соединили. Отмечать начало ряда нам не нужно. Это у нас четвертая спица с хвостиком. Значит, следующая за ней начало нашего ряда. Лицевые петли провязываем за ближнюю стенку, а изнаночные я провязываю за дальнюю. Захожу сзади вот в петлю и провязываю изнаночную. Лицевая за ближнюю, изнаночная за дальнюю. Набрасываю нить перед работой, захожу сзади в петлю и провязываю. Лицевая, изнаночная. И таким образом мы продолжаем вязать резинку 1 на 1 на высоту 4 сантиметра. То есть провяжем 14 рядов. Провязала я 14 рядов. Вот такой красивый наборный край у нас получился, фабричный. Почти 4 сантиметра без 2 миллиметров. Сейчас мы будем провязывать 15 ряд резинки 1 на 1, но уже основными спицами 3,5 миллиметра. И вот оно мое первое небольшое упущение по поводу спиц. Основную информацию я сказала, что нам потребуется 3 и 3,5 миллиметра. А какие, не уточнила. Я сейчас буду переходить на 3,5 и вязать рукава в технике Magic Loop. Если вам так неудобно вязать или не владеете такой техникой, переходите тогда на чулочные 3,5. Провязываем ряд резинки 1 на 1 основными спицами. Довязали ряд, наш манжет готов. Теперь мы переходим на основной узор, на лицевую гладь. Отмечаем на счетчике единичку. Смотрим наши расчеты. Я, кстати, здесь забыла отметить. Первая прибавка у нас уже в первом ряду. Между прибавками у меня будет в дальнейшем 4 петли, но в первом ряду будет 2 петельки между прибавками. Так как здесь у нас резинка 1 на 1 и вторая петля изнаночная. Из нее я не буду делать прибавку. Первый ряд на счетчике провязываем первую петлю лицевой,
находим петлю предыдущего ряда. Здесь на темной пряже не очень хорошо видно, когда перейду на другой цвет, обязательно еще раз покажу, как делаю прибавки. Вот наша петля, находим петлю предыдущего ряда. Вот она, видите? То есть ту, которую мы провязываем, не считаем. Провязали эту первую петлю. Находим петлю предыдущего ряда и поднимаем левую стенку этой петли. Вот она. Набрасываем на левую спицу и провязываю за дальнюю стенку лицевой. Все петли лицевыми вяжем. Лицевая так и остается за ближнюю стенку, изнаночная за дальнюю провязываем лицевой. Провязываем так практически полностью ряд, не довязывая до конца ряда одну петлю. Довязали практически до конца ряд, ошиблась. Между прибавками в первом ряду у нас будет 3 петли, в дальнейшем 4. Вот у нас предпоследняя петля лицевая. Находим петлю предыдущего ряда и поднимаем правую стенку петли. Набрасываем на спицу и провязываем за ближнюю стеночку. Лицевая и последняя петля изнаночная, провязываем ее лицевой. Провязали первый ряд, отмечаем на счетчике второй и продолжаем вязать до восьмого ряда самостоятельно. Восьмой ряд также провязываем лицевыми. Наша прибавка. Девятый ряд, переход на другой цвет. Находим хвостик также из середины моточка. У меня переход ступеньками, одна петля будет черная, другая желтая. Вы можете сделать переход плавный, то есть все петли провязать другим оттенком. Придерживаем черную нить и добавляем желтый хвостик, пока свободный, никак его не фиксирую. Чуть позже с ним разберусь. И также протягиваю вот здесь вот желтую нить. Придерживаем хвост. И начинаем провязывать. Первую петлю провязываю черным. Вот она. Следующая петля будет желтая. Захватываю желтую нить. Черная нить ближе ко мне, расположена желтая подальше. Смотрите, чтобы нити не перекручивались. Черная, желтая, снова черная. Петли сильно не затягивайте. Теперь желтую нить захватываем. Черную. Теперь желтую. Черную. Главное поудобнее вот здесь вот нити расположить, чтобы между нитями вот здесь было расстояние. Черная, желтая, черная, желтая. И так мы провязываем полностью ряд. Одну петлю я провязываю желтым, другую черную. Последняя петля желтая у меня. Десятый ряд, и в этом ряду очередное прибавление. Теперь давайте соединим наши нити. Вот здесь я завяжу узелок, хвостик и черную нить. Соединю. Прячу хвостик вовнутрь. Вот такой вот переход получился, аккуратненький. Черную нить я не обрываю, чтобы у нас не было много хвостиков. Мы будем перекручивать нити между собой в каждом ряду. Десятый ряд. Провязываем первую петлю. Вторую петлю, ту, которую мы провязали первую другим оттенком, в этом ряду мы снимаем, не провязывая, чтобы не образовалась ступенька. Я ее просто снимаю на правую спицу. Вот она. И теперь нахожу петлю предыдущего ряда. И точно так же, как мы делали в первом ряду прибавку, поднимаю левую стенку этой петли. То есть вот она. Набрасываю на левую спицу и провязываю за дальнюю стенку лицевой. Прибавили одну петельку. Провязываем
ряд лицевыми, вернее, не довязываем до конца ряда, 2 петли. 2 петли до конца ряда, находим правую стеночку петли предыдущего ряда, набрасываем и провязываем за ближнюю стеночку лицевой. 11 ряд. Теперь перекручиваем эти две нити между собой. Нам нужно вот этой основной нитью, той, которую мы сейчас вяжем, обвить ниточку, которую хотим спрятать. Спрятать мы хотим черную, поэтому сверху кладем ту, которую хотим спрятать, чтобы на лицевой стороне, вот у нас здесь была желтенькая ниточка, поэтому сверху кладу черную, теперь желтая сверху, придерживаю пальчиком и еще раз перекручиваю. Вот, обвили нить, которую хотим спрятать, несколько раз основной нитью и продолжаем вязать. Вяжем до следующей прибавки, до 20 ряда. Перекручиваем так нити, не забываем. Также не забываем отмечать ряды на счетчике. Провязали 19 рядов, 20 ряд, очередная прибавка. Сейчас на желтой пряже покажу, как прибавляю петли, будет получше видно. И дальше всю длину рукава, также второй рукав, мы будем вязать самостоятельно. Покажу вам наше перекручивание, вот они на лицевой стороне, ничего абсолютно не видно. Так выглядит с изнанки. То есть у нас здесь один хвостик, больше хвостов не будет, все будет аккуратно спрятано. Так как мы продолжим вязать самостоятельно, не забывайте о том, что основной нитью нам нужно обвивать ту нить, которую мы хотим спрятать. В дальнейшем будем переходить, снова возвращаться к черной нити и прятать уже будем желтую. То есть снизу у нас уже будет черная нить, а желтая сверху. Также надеюсь, что вам все понятно со спицами, особенно новичкам и тем, кто вяжет на чулочных спицах. У вас 4 спицы, у меня 2. Если считать, то это петли у меня первой спицы и второй на одной. А здесь у меня 4 и 3. Вот, начало вязания. У вас здесь первая, здесь 4. То есть прибавляете петли. На первой спице вы 2 петли провязываете и делаете прибавку. На 4 спице 2 петли не довязываете до начала ряда и прибавляете. Надеюсь, все понятно. Перекручиваем нити. Снова покажу. Снизу у меня основная нить, та, которую мы вяжем. Сверху, которую прячем. Раз, два и еще один разок. То есть вот так вот. Эти нити хорошо подтягивайте. Провязываем 2 петли. Раз, два. Теперь находим петлю предыдущего ряда. Вот она. Давайте сниму, покажу. Вот наша петля и вот петля предыдущего ряда. То, что мы ее провязываем, не считаем. Вот, поднимаем левую стенку петли, набрасываем и провязываем за дальнюю стенку. То есть после маркера, который означает начало ряда, мы поднимаем левую стенку, а здесь до маркера правую стенку петли. Вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 2 петли. 2 петли до конца ряда, также находим петлю предыдущего ряда и поднимаем правую стенку петли этой, вот она, набрасываем на спицу и провязываем лицевой. Вы можете прибавлять петли абсолютно другим способом, можете прибавить, сделать прибавку из протяжки или при помощи накида, потом в последующем этот накид провязать скрещенной петлей, чтобы не образовалась дырочка. В общем, любым способом, какой вам больше нравится. Все, 21 ряд на счетчике и дальше продолжаем вязать самостоятельно до 84 ряда. Не забывайте перекручивать ниточки. С рукавчиками разобрались, как делать прибавки, показала
и рассказала. Теперь давайте покажу тело. Здесь все намного проще. Точно так же набираем петли, как и на рукава. Мне необходимо 150 петелек было, плюс 1, для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Набрала на одну спицу 3 миллиметра 76 петелек. В дальнейшем в четвертом ряду удвоила, провязала 14 рядочков резинки на спицах 3 миллиметра. В 15 ряду последний ряд резинки был уже на основных спицах 3,5 мм. И дальше 5 рядов лицевой глади. Шестой ряд – переход. Сейчас буду переходить. Еще раз покажу вам переход. Сначала укладываем черную, а потом ту нить, на которую переходим. Также придерживаю, и здесь я ее просто мизинцем буду придерживать, вот так. Первую петлю провязываю черным, дальше придерживаю хвостик и желтая, черная, желтая, черная. Петли здесь сильно не затягивайте, чтобы полотно не получилось стянутым. Предпоследняя петля черная и последняя петля желтенькая. Обязательно отметьте начало ряда маркером, когда соедините вязание в круг. Забыла об этом вам сказать. И все, перешли на другой цвет. Теперь продолжаем вязать желтым, перекручиваем нити. Точно так же, как и на рукавах, в каждом ряду прячем, обкручиваем основной нитью ту, которую хотим спрятать. В первом ряду, когда перешли на другой цвет, первую вот эту петлю снимаем, не провязывая на правую спицу, чтобы не образовалась ступенька. Хвостик можно подтянуть. Все. И вяжем согласно нашим расчетам. Посматриваем в блокнот. На данном этапе буду заканчивать первую часть видео. Вроде бы ничего не связали, практически одни расчеты, но видео, тем не менее, получилось достаточно объемным, так как хотелось его сделать максимально подробным, чтобы новичкам было все понятно. Дальше вяжем самостоятельно, вяжем до проймы. Вяжем два рукавчика и встречаемся с вами уже во второй части, будем все это соединять. Я уже говорила, разберемся с подрезами, с частотой убавлений в линиях реглана, вывяжем вместе росток и закончим свитер. Всем большое спасибо за просмотр, не забудьте лайкнуть, если вам понравилось видео, мне будет очень приятно. Также не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, жмите колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Я с вами не прощаюсь, до встречи во второй части.